2012 году Организация Объединенных Наций объявила 20 марта Международным днем счастья. Цель этого праздника – показать, что счастье является основной целью в жизни человечества. В связи с этим праздником мы решили поинтересоваться юрбичан, что им нужно для полного ощущения счастья. Финансовое положение было нашим банком. Что еще можно сказать? Любви, всего-всего дальнейшего хорошего. Девушка, а вам что нужно для полного ощущения счастья? У меня все есть. Здоровье. Что еще нужно? Одно здоровье. Пенсии добавить и все. Заниматься спортом. Еще? Денег, работу. Хорошую найти. Мы и так счастливы. Нам ничего не надо уже. Уже ничего не надо. У нас все есть. У нас все есть. Чтобы семья была хорошо. Чтобы работала, деньги. Ну, само что. И здоровье, конечно. Всего. И все, и денег, и все, и все, и все. Ну, для внучат, конечно, чтобы здорово росли, и все. И вот так, как мы раньше. Мне для счастья нужна семья, родители. Кошка. Друзья. Животные домашние. Ну, для счастья нужна, в общем, семья.